Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить собаку лаять во время прогулки на всех подряд. Лай для собаки – это один из способов общаться с хозяином и другими животными, а также естественное проявление ряда эмоций. Но что делать, если питомец постоянно лает во время прогулки? Как избежать шумной реакции на других животных и людей? Мы подробно изучили информацию на эту тему, готовы представить вам 5 способов, как отучить собаку лаять на прогулке на всех подряд. Если ваша собака лает во время прогулки на всех подряд, прежде всего постарайтесь обучить ее командам «фу», «тихо» и «нельзя». Во время прогулки произносите эти команды уверенно и спокойно. Если любимец не реагирует, слегка дерните поводок и повторите команду. Обязательно поощряйте питомца похвалой или лакомством, когда он слушается вас. Причиной лая во время прогулки может быть страх перед другими людьми и животными. Очень часто он появляется у питомцев, которые проводят много времени дома. Покажите своей собаке, что ей нечего бояться. Во время прогулок изучайте с ней новую территорию, знакомьтесь с другими животными и людьми. Собакам необходимы физические нагрузки. После долгого нахождения в городской квартире на прогулке животное, как правило, старается высвободить накопившуюся энергию, лая и прыгая на прохожих. Для решения данной проблемы больше гуляйте со своим питомцем, бегайте и играйте с ним в подвижные игры во время прогулок. Чтобы ваша собака во взрослом возрасте во время прогулки не лаяла на всех подряд, своевременно займитесь ее дрессировкой. Чем раньше вы начнете воспитание питомца, тем меньше у него будет проблем с поведением в будущем. Первым делом научите щенка слушаться вас и спокойно реагировать на других людей и животных. Если ни один из перечисленных способов не помог отучить собаку лаять во время прогулки на всех подряд, обратитесь за помощью к ветеринару и зоопсихологу. Специалисты осмотрят ваше животное и дадут свои экспертные советы. С тем, что собака лает во время прогулки на других животных и прохожих, можно справиться. Терпение и ласка хозяина помогут добиться нужного результата. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!